многоквартирным считается дом, где две и более квартир. Там запретят разливать любой алкоголь. Ограничение касается и разливного пива. Исключение сделают для кафе и ресторанов, которые были изначально предусмотрены проектами. Однако и там разливать спиртное можно будет лишь до 23 часов. А согласно новому федеральному закону, все предприниматели, которые продают спиртное без исключения, должны будут до 31 марта приобрести и поставить на учет в налоговой инспекции кассовый аппарат. Это недолгая история. Сейчас наш закон, 71-й федеральный, который специальным законом является, не устанавливает никаких требований для контрольно-кассовой техники. Но с июля 2018 года у нас внесены изменения в 54-й федеральный закон. Вот он предусматривает наличие онлайн-касс с выходом в интернет. То есть мы пока никакого интернета не требуем. Нужна обычная контрольно-кассовая техника. Вчера были на совещании в Краснодаре, сказали, что это недолго процедура постановки на учет.